этих стартовых фотографий легендарный миньон. Давайте похлопаем. Друзья, смотрим дальше. Что же там будет следующее? Ну, на самом деле, к нашему флешмобу присоединился самый известный физрук России. Кто за спорт? Поднимите руку. Я! Друзья, давайте в честь дня города. Все вместе, всей площадью, дружно, давай. Просто присядем. 795 раз. И все. Всего. И все. Готовы. 795. Раз, два, три. Поехали. И... Погнали. И два, все с нами, все приседают, спасибо. Есть, есть. Так, следующий, ребята. Ну что ж, мы следующий готовимся. Кадр. Да, следующий кадр, друзья, нас, конечно же, всех хорошо видно из космоса. Нижний, ты просто космос. Вот такая у нас следующая фотография. Сейчас мы всем предлагаем поднять ручки и передать привет нашей земной орбите. Привет, космос! Следующая фотография. Друзья, обратите внимание, герои среди нас, кто мог догадаться, оглянитесь, может быть, Бэтмен это ваш друг, а Супермен это ваш муж. Давайте следующий вопрос увидим, здесь все понятно, друзья. Ну и держитесь, держитесь там, на том берегу. Здоровья вам и счастья, всех благ. Да что там говорить, следующие фото, друзья мои, пчела, Вася, забыл, забыл! Следующие фотографии доказательства, что благодаря нижегородцам человек получил Оскар. Вот так вот. И самое главное, даже Сережа Шнуров понимает, что в Питере пить, а в Нижнем жить. Жить на города, с Днем России, родной, любимый Нижний. Друзья, почему вас совсем не слышно?